анонс и точно дата выхода третьей серии нового турецкого сериала «Я не могу вписаться в этот мир». Третья серия сериала выйдет в эфир 4 октября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Фирузе попросила Джазаира, чтобы он дал ей обещание. Для нее самое главное знать, что Джазаир всегда будет только с ними. Но он не смог сразу сказать ничего Фирузе, что ее беспокоило. Она сняла кольцо со своего пальца и отдала его Джазаиру. Лейла сказала Джазаиру, что отныне не прежняя она, ни он, по аромату которого она так сильно тосковала, не смог он ничего исправить. Джазаир считает, что для него наступило время, когда он должен будет уйти как человек, у которого осталась честь. Курбан видит, как непросто Джазаиру, и старается его поддержать. Он говорит о том, что наступит время, и его обязательно простят. Это будет совсем непросто, но всему свое время. Когда Джазаир встретился с Атаканом, то в их отношениях стало напряжение. Атакан прекрасно знает, если Джазаир вмешается в какие-то дела, то в итоге спрашивать будут с него. Джазаир поинтересовался, знает ли Атакан, с кого должен быть настоящий спрос. С того, чтобы рассказать матери, что они всем народом заработали на пролитой капли крови молодого невинного шахида. Атакана попросили, чтобы он вспомнил про крепкую дружбу государств и сдал Джазаира. Напомним, третья серия сериала выйдет в эфир 4 октября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.